Министерство здравоохранения и социального развития перечислило адреса пунктов вакцинации, которые работают круглосуточно. В стране сформированы 914 временных прививочных пунктов. Некоторые из них работают круглые сутки. В Бишкеке это ЦСМ 5 и 15, а также поликлиника студентов. В Аше – городская больница в микрорайоне Актилек, станция скорой помощи на улице Курманчан-Датки 122, а также в здании старой городской больницы на улице Курманчан-Датки 157. В Иссык-Кульской области, в медколледже в Караколе и в центре общеврачебной практики в Чолпанате, в Джалалабадской области в группе семейных врачей номер один, а также в Джалалабадском ОЦСМ. Вместе с тем в Кыргызстане продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. К настоящему времени первый компонент вакцины получили более 450 тысяч человек. Для удобства граждан запущен онлайн-сервис записи на вакцинацию. Заполнив необходимые поля, любой желающий может выбрать удобный пункт и время получения прививки.